Добрый день. Приехала к нам сегодня Санта-Фе 21 года, 2.2 дизельная, с мокрым роботом, с коробкой. Проблема с коробкой у него. Проблема заключается в следующем. 17.05 приезжал он к нам на диагностику с жалобой, что что-то гудит. Мы подняли, сделали диагностику, определили, что гудит коробка, то есть подшипники в коробке гудят. Ну, после этого он проехал еще ровно 3000 и ехал сегодня к нам на замену, уже заранее приобрет. И не доехал, приехал на эвакуаторе. Ну, мы сняли защиту и увидели. Так, течь масла у нас, как мы обнаружили. Вот у нас лопнула задняя крышка. Выдавила. То есть на пробеге 137 тысяч коробка загудела. Сейчас у нее пробег 140 тысяч. За 3 тысячи она развалилась. Человек и решил до конца доездить. Но у него уже лежала новая, другая коробка, поэтому он ехал до последнего. Сейчас будем снимать ее и менять на другую. Так, ну причина замены этой коробки получается у нас в следующем. Выдавила заднюю крышку. Вот. То есть там развалился подшипник вторичного вала и выдавила заднюю крышку. Какая интересная история получилась, когда поговорил с владельцем данного автомобиля. Он говорит, на пробеге 140 тысяч сейчас, да, это уже вторая коробка. Первая коробка закончилась на пробеге 68. Ну, грубо говоря, каждые 70 тысяч коробка. Вот так вот. Либо такие коробки сырые еще. Ну, посмотрим дальше, как они будут себя вести. Либо все-таки не своевременная замена масла. Масло надо менять каждые 50-60 тысяч. Как оказалось, в Москве все-таки сложновато найти масло на эти коробки. Вот мы купили оригинальное. Заливается вот сюда мехатроник. Снизу сливная пробка вот здесь. Здесь заливная по документации, то есть идет там где-то 2,4 литра. Вот так мы отсюда и слили. А сюда идет другое масло. Сейчас мы его ожидаем, должно подъехать. То есть сливная, как обычно, снизу, заливная, она же и контрольная здесь. То есть заливаем новое масло и будем заводить, пробовать коробку, которую нам привезли. Обещали, что она практически с нового автомобиля. Так, ну что, пробуем. Масло залили, уровни выставили, адаптацию сделали. Так, паркинг, задняя. Ой, ничего себе, поехала. Нейтральная. Драйв. Все мягенько трогается, едет. Ну вот, наш ремонт на сегодня и окончен. Слава Богу. Так что, если у вас какие-то проблемы с такими автомобилями, обращайтесь, записывайтесь на ремонт, приезжайте. Починим, поможем, чем сможем.